Ну вот, я надеюсь, последний день, я очень надеюсь, воскресенье, это приблизительно 11:30. Ну да, 11:30 сейчас. Начал с 7:30. Ну вот тут он сказал, вот здесь я вроде вниз пошел вглубь. Там я уже смотрю, чуть-чуть горб получается. Никого нет. Никто не ходит с нивелиром, никто не смотрит. Уровень, ничего. Приходится все на глаз делать. Вот нож этого ковша приблизительно на уровне, видно, верхнем уровне, ноль приблизительный. Вот эту кучу надо еще убрать отсюда. Времени до завтра, до 9:30. Так, ну вот, воскресенье сегодня, конец рабочего дня. 7:30 вечера. Вот я заканчиваю, надеялся, что я все абсолютно отсюда выгребу. Но осталось еще, я не знаю, по границе карьера этого котлована, кубов 20, может больше. Вот такие вот дела. Кто-то спросит, зачем я это снимаю. Да очень просто. Очень часто появляются вопросы. Вот, например, надо что-то выкопать. Канаву, яму, котлован, бункер, еще что-то там. Под фундамент дома. Сколько это кубов займет? Времени, кубов выработки, чтобы понять, сколько машин вывозить, сколько чего, куда, какая техника. Вот я сейчас вам демонстрирую этот экскаватор. Вы уже знаете, это Caterpillar 300. Ой, забыл я уже. Мозги на бикрень. 434F2. Этим это то же самое, что GCB, тройка, четверка. Так вот, я во вторник начал, там вторник получилось где-то полдня, может даже меньше ушло на это дело. Сейчас воскресенье, суббота-воскресенье, вообще как шакал тут работал. И носился как сумасшедший. 11 часов точно, 10-11 часов в день. Это рассчитывайте. И то меня в рабочие дни меня периодически дергали на другие дела. Вывозить материал приходилось далеко. И ушла неделя, и то до конца не закончено. Короче говоря, таким трактором, если это такую работу делать, здесь карьер глубина 4 метра, чуть больше 4 метров. И по периметру приблизительно то ли 11 на 12, то ли где-то в этом роде. Стенки практически вертикальные, сами видите. Но небольшой в некоторых местах уклон. С водопонижением можно. Считали 550 кубов приблизительно, но я думаю больше, 600 и, наверное, еще больше. И учтите, что я сверху снимал дерн, вывозил. Потом снимал типа чернягу, вывозил. И под этой чернягой еще такая грязный песок. Тоже вывозил отдельно, и только потом пошел песок. В общей сложности ушло где-то, ну вот сами видите, неделя упорного труда. Стоит, не знаю, такое или не стоит, это уже решать вам. Может быть, лучше брать большой экскаватор, чтобы он копал, а такой экскаватор, чтобы вывозил. Но факт остается фактом. Этой техникой эту работу можно делать. Этот кубовый ковш. И сзади довольно крупный планировочный ковш. Если кому надо, поподробнее потом все это скину. Какие объемы, параметры. Ну вот такие дела. Пока все. Следующий репортаж про этот карьер, про этот пожарный пруд, может быть, будет уже тогда, когда они тут зальют бетонные стенки, полы. Потому что, на мой взгляд, по-моему, все, арматура, вот, потом еще этот песок разгребать. Вообще работы очень много, и вы учтите, что еще надо делать вот этот вот заезд. А это тоже кубы, тут, наверное, тоже ушло около 100 кубов, если даже не больше. Все. Ну вот еще, как всегда, с обратной стороны. Здесь, да, здесь уже видно, что остается немного, но все равно, еще раз повторяю, это только визуально. На самом деле здесь с утра и до обеда вывозить. Сначала задним ковшом скребсти,
потом вывозить черт знает куда, очень далеко место, куда вывожу. И здесь не все уйдет на вывоз, частично самое последнее я буду оставлять на месте, там, где вот я сделал этот заезд, там же это и останется. Где-то 1/3, может половина останется здесь на месте.